По поводу максимальной цены клика я то же самое могу сказать. Давайте еще раз я тоже вот вернусь, потому что, по-моему, не один уже вопрос был по поводу цены клика. И вот как раз воронка продаж вам на эту тему отвечает. Потому что есть средняя прибыль с вашего заказа, которую вы должны знать. То есть, если вы не знаете среднюю прибыль с вашего заказа, мы, кстати, это очень часто спрашиваем клиентов, это значит, что человек вообще ничего не понимает в бизнесе. То есть, примерно клиент равен нулю. Из прибыли можно всегда примерно посчитать максимальную цену клиента, то есть половину максимум, сколько вы можете отдать за клиента. Например, у вас чистая прибыль 15 тысяч, значит 7,5 тысяч – это максимум, сколько вы можете отдать за клиента. Опять же, это максимум. Иногда мы отдаем и 100% прибыли, но это другой случай, мы его брать не будем. То есть это не к контекстной рекламе относится. Хотя есть некоторые ниши, в которых максимальная цена клиента равна прибыли. Например, ниши, связанные с полиграфией. То есть там человек приходит один раз, у него есть заказ, ну, не знаю, там на 10 тысяч вот этих визиток каких-нибудь, или там 500 визиток, я не знаю там сколько, там тысячи визиток. Он печатает, и реклама обходится в ноль. Но зато когда он приходит второй раз, ну, если ему все понравилось, он обычно приходит туда же, то тогда сама полиграфия, она в плюсе. Вот, просто за счет того, что человек приходит второй раз или приводит своего друга. Но тут уже другая ситуация. Максимальная цена за клиента у нас есть. Дальше. Мы всегда можем посчитать с помощью вот этих более точных делений на лидов, мы можем всегда посчитать теоретически, сколько человек покупает, например, каждый десятый. Из этого можно посчитать максимальную цену заявки, ну просто потому что если каждый десятый покупает, то есть каждый 10 человек позвонил, один купил. Максимальная цена за клиента 7,5 тысяч рублей, значит делим на 10, получаем 750 рублей. А дальше считаем максимальную цену клика, просто если мы можем посчитать конверсию лендинг-пейджа. Ну, теоретическую, опять же, потому что конверсия лендинг-пейджа, она обычно очень, очень странная. Можно всегда посчитать ее 3%, 5%. Ну, 3% это ну, практически во всех нишах можно добиться 3% конверсии. Ну, практически, опять же. Можно и больше, естественно. Вот, из этого можно посчитать, сколько максимально вы можете платить за клик. Вот и все, все очень просто. То есть придумывать максимальную цену за клик зачастую нет смысла. Опять же, к нам приходят люди, они говорят, что у нас один бюджет, на самом деле у них бюджет другой. Из-за этого, из-за чего бюджет другой, уменьшается, например, цена клика. То есть она уже не по 150 рублей, а по 33 рубля. Начинаем работать. Как бы смешно ни звучало, можно начинать даже с маленьких цифр. Не всегда надо 150 рублей ставить, как вы любите. Набьем CTR и пойдем дальше. Тоже так не всегда работает. Так. Если не говорят про прибыль, не то, что не хотят, они просто не знают. То есть никогда у нас вот не было такого случая, когда человек говорит, я вам не скажу, вы у меня бизнес уведете или что-нибудь такое. То есть вот такого не бывает. Просто человек не знает, сколько у него средняя прибыль. Вот просто. Зачастую такая проблема.